Исторические факты свидетельствуют, что город Ереван всегда управлялся азербайджанцами. Заметим, что после присоединения Ереванского ханства к России в 1828 году и до 1936 года город назывался Ереван. И только в 1936 году армяне официально переименовали название города в Ереван. В третьем томе армянской советской энциклопедии на странице 571 указано, что с конца 14 века до 1828 года Ереванью управляли азербайджанцы. На указанной странице в хронологической последовательности перечислены все правители Еревана. Вот этот список. В начале 19 века Ереванское ханство состояло из следующих 15 уездов.